Одной из основных тенденций, которые будут отражены в новой российской госпрограмме вооружения до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Как передает канал 13, об этом вице-премьер России Юрий Борисов заявил в интервью РБК. Он подчеркнул, что планирование госпрограммы начинается практически за 3 года до ее принятия, потому что нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли. Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают, сказал Борисов. Вице-премьер отметил, что при составлении госпрограммы также был учтен опыт применения высокоточного оружия в Сирии.